Всем привет! Второй день турецких сборов. Сегодня в планах у команды две тренировки. Одна на футбольном поле, а другая в тренажерном зале. Между паузами мы пообщались с новичком Тираспольского Шерифа, боснийским защитником Матео Сушичем. О футбольной жизни Матео, а также о многом другом, смотрите далее. Сразу с крупного плана и сразу на него. Тогда по первый вопрос пойдет. Hello, Matteo. We are glad to see you. Привет, Матео. Мы рады приветствовать тебя в футбольном клубе «Шериф». Первый вопрос о твоем настроении. Как ты себя чувствуешь в новой команде? Hello, everyone. My mood. I feel very glad to be in Sheriff. Привет всем. Настроение? Я очень рад быть в «Шерифе». У меня много друзей в Боснии, Хорватии, Сербии, которые раньше защищали цвета «Шерифа». Все они хорошо отзывались об этом клубе. Я легко принял решение переехать сюда. Чувствую себя хорошо. Как встретили тебя ребята в команде? Как и во всех командах, когда приходит новичок. Поприветствовали, спросили, как дела, откуда я. Обычные вопросы. Окей. Matteo, some words about your childhood. Немного о твоем детстве. Как тебе пришла идея стать футболистом? I really don't know. Честно, я не знаю. Мне было 7 лет. Может быть, я решил стать футболистом после того, как сборная Хорватии в 1998 году завоевала бронзовые медали на чемпионате мира во Франции. Благодаря этому все были увлечены футболом. Наверное, тогда я принял решение стать футболистом. Вроде так, я не помню. Мы знаем, что ты начал свою карьеру в Зрински. Расскажи, пожалуйста, об этом периоде. Моя профессиональная карьера началась во второй лиге Боснии. Тогда я попал на просмотр в первую команду. До этого я играл в детских и юношеских командах Зрински. Переход из юниорского футбола во взрослый является тяжелым для любого футболиста. А вообще, Зрински – интересный период в моей жизни. Только приятные воспоминания. После этого ты переехал в Хорватию, в клуб Истра. Ты сыграл 72 игры за эту команду. Это немало. Да, действительно. После 2 лет выступления за Зрински я переехал в Хорватию. Я хотел попробовать сыграть в другой команде, в другом чемпионате. В Истре было особенно здорово, потому что я сыграл много игр за этот клуб. У нас был хороший клуб, хороший тренер, хорошая команда. Это была прекрасная часть моей карьеры и моей жизни. Именно в Истре я начал привлекаться за молодежную сборную Боснии и Герцеговины. How did you get in Germany? Как ты перебрался в немецкий клуб Energy Cottbus? How? It was maybe 3-4 games before end of our championship. Примерно за 3 игры до конца чемпионата Хорватии мы играли против Риеки. Вообще, матч Риека-Истра – это большое хорватское дерби. На этой игре меня заметили представители немецкого клуба и предложили перебраться в Энерг. За несколько туров до конца я подписал другой контракт и после чемпионата переехал в Германию. Так начался мой немецкий опыт. Ты вообще знаешь, что Шериф играл против Риеки прошлым летом? Да, конечно. Я пристально слежу за выступлением хорватских команд и знаю, что Шериф играл против Риеки. Would you like to stay in Germany? Ты бы хотел остаться в Германии и продолжить там свою карьеру? Yeah, it was big wish because Germany is is Germany. У меня было большое желание, потому что это Германия. Football and all
Немецкий футбол находится на высоком уровне. Там очень организованные клубы, великолепные фанаты. На каждую игру, даже во второй и третьих лигах, приходило по 20-30 тысяч болельщиков. К сожалению, пришлось поменять клуб. Но это жизнь, она продолжается. Last year team was CFR Cluj. Матео, последней твоей командой был румынский CFR Cluj. You left this team because ты покинул CFR из-за проблем внутри клуба? Yeah, there was a lot of problems. Да, там было много проблем. Я даже не знаю, как объяснить. Explain it, but we had good results, good team, and мы давали хороший результат. У нас была классная команда. Но за два месяца все это развалилось. Сначала клуб покинул тренер, затем некоторые игроки. Они ввязались в конфликты, не связанные с футболом. Были и большие проблемы с финансированием. Невозможно нормально играть, когда все мысли о том, получишь ли ты зарплату и сможешь ли ты оплатить аренду за жилье и машину. Вчера ты сыграл впервые за Шериф. Что ты можешь сказать об игре, какой она была для команды? Игра была тяжелой, но хорошей. Как вы понимаете, Висла сильная команда, которая выступает в сильном чемпионате. Было тяжело, потому что они сейчас находятся в лучшей форме, чем мы. Скоро в Польше возобновится чемпионат. Итоговый счет 1-1, но это была наша первая, можно сказать, официальная игра в этом году. Надеюсь, следующие игры будут еще лучше. У тебя есть футбольная мечта? Я живу в моей мечте. Это профессиональная карьера футболиста. Maybe play again in Bundesliga, first Bundesliga or some league. Я надеюсь, что когда-нибудь я сыграю в Бундеслиге, в одном из лучших чемпионатов Европы. Также хотелось бы сыграть за сборную на чемпионате мира или Европы. Тебе 24 года, и мы знаем, что у тебя есть жена. Да, у меня есть жена, ее зовут Анна. Она учится в колледже. Сейчас моя жена дома, но скоро она приедет ко мне. Ты хочешь, чтобы она переехала к тебе в Тирасполь? Конечно, семейная жизнь успокаивает. И когда у тебя все спокойно в голове, то на поле ты показываешь хорошую игру. Okay, Matteo, thank you very much for Matteo, спасибо большое за разговор. Мы желаем тебе удачи в нашем клубе. You're welcome. It was pleasant talking with you. Пожалуйста, я был рад пообщаться. Желаю вам также успехов в работе и надеюсь, что моя работа в Шерифе будет успешной.